Доброе утро! Поздравляю всех с этим замечательным праздником, Днем России. Россия — наша гордость. Желаю хорошо провести время и хочу поделиться с вами своим самым любимым завтраком в летний период. С виду, возможно, кажется, будет не очень аппетитно выглядеть, но это нечто просто. В общем, это клубника, я ее разминаю, добавляю туда сметану, сахар, кедровые орешки и кунжут. А вообще, я еще люблю это кушать с кусочком белого хлеба или бубличком. Ну, пока мой бубличек на островах, приходится без него кушать и беречь фигуру. И да, я люблю есть вилкой. Наткнулась на интересный аккаунт с куклами, которые шьют на заказ. Они такие необычные и прикольные. Боже, их можно подарить абсолютно на любой праздник, даже взрослой девушке, потому что они как будто наши маленькие копии. Очень круто, переходите по ссылке. В такую погоду нужно обязательно заниматься спортом, чтобы поднять себе настроение. Чувствуешь такой прилив сил сразу. Йось, а ты бы хотел, чтобы вас с Сашей сделали ведущими? Где? Ну, шоу какого-нибудь. Какое вы там шоу ведете? Пламя любви. Ну, слушай, я хотел бы? скажу так, то, что нас сделают ведущими, и в дальнейшем мы станем. И что в дальнейшем? В дальнейшем? В дальнейшем мы станем ведущими Дома-2, и я больше скажу, что Но Йоси не может связать и двух слов, поэтому какие ведущие? Это говорит человек, который так и не достиг своего возраста. Уверена, что многие любят качественную брендовую одежду. Хочу познакомить вас с шоурумом, где огромный ассортимент итальянских. Это твой будущий бывший. Мне не звони. Я тут еще мил.